На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится около 3500 украинских бойцов. Об этом сообщил представитель так называемой Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. По его словам, в Мариуполе остаются 3000-3500 бойцов. Учитывая то, что жители Мариуполя тоже могут взяться за оружие, это число может увеличиться. Напомним, что полк «Азов», защищающий Мариуполь, который 36 дней находится в окружении, в этот раз уничтожил российские танки –